забор только строится, к этой дате он уже будет завершенный. Там под него ложатся массивные блоки бетонные, то есть... Я вам честно говорю, вот слово даю. Если он действительно будет под... Хорошо, завтра что, четверг? Давайте завтра в 9. Завтра в 7. В четверг в 9. В четверг в 9 часов. Хорошо. А? Да, вместо 15 4-9 часов. Я буду там. Просто вы можем поймите правильно, у меня дети, у многих тут дети. И прямо забор в дом, понимаете? Я человек, которого нужно видеть, я не могу со слова, это самое. Можно 8 или 9, как вы думаете? Нет, 9 давай. Я могу 8. Нет, кому просто на работу не нужно. 9 часов, все. Четверг. Пока не видя, вот абстрактно, идеально ситуация с нашей стороны инвестора выглядела бы, чтобы этот забор находился посередине между этими двумя домами. Вы будете? Да. Я говорю, если это, в этом есть смысл, и это не мешает каким-то моим действиям, я это сделаю. Но я тебе обещаю. Даже если это надо будет переделать. Хорошо, спасибо. Ну там бетон есть еще. Хорошо. Про переделать, если надо. Переставим, да. Не, ну я говорю, так и будет, как вы говорите. Я чего же делаю? Потому что... Там здание серое, видели, стоит за забором, старое. Его нужно демонтировать. Вот мы его демонтируем, и забор пойдет. Я вам все расскажу. Вот все расскажем на вот как-то. На сегодняшний день, чтобы оградить. Вас. А что такое вот слово установили ли уже двери? Там вопрос в том, что установили входные двери, с двух частей не составляют. Но смысл в том, что одна часть, она. Сколько там? 52 сантиметра. То есть ни одна коляска не заедет. Для того, чтобы заехала коляска, надо открывать две двери, понимаете? Ну, это, извините меня, маразм. Да. Потому что эти двери можно будет прокинуть через полгода. Поэтому обратились и попросили... Ну, демонтировали. А новые ставят? Да. Не знаю, может уже поставили. Может уже поставили. Вот вопрос. Ну, не поставили. Смотрите, давайте даже интересно сейчас. Давайте к четверу будет стоять. Вот в четверу будет стоять, вот просто на карате. Давайте, да. Все, давай. Ради интереса. Давай. Заберем вы просто поймите нас понимание, потому что нам там жить. Они бы ты еще сделали. Сейчас сделают сертифицированные организации. Вопрос такой. Как только получу, ровно через 10 секунд я его выставлю на сайт. Вот только он получает, заска вот тут 200 метров, доехал, сразу бах на сайт. Потому что это... Вам надо. Очень. Можно не дожидаться до конца июня начать вот эти предварительные договора, там фактически временный акт, там о том, что приходится. Чем быстрее мы заплатим, у нас будет стыдно. Даем им возврат. Я знаю, когда я смогу это сделать. Я смогу это сделать где-то после 15 июня. Ну, объяснять не хорошо. Есть причина. Я объясню, вы меня поймете. Я вас понял, просто я услышал, что можно заранее будет до 25-го начать уже этот подготовительный этап. Ну да, ну числа 15-го. Это будет исходить от инвестора или от вас? В первую очередь от них, а что? Звонки, вот нас будет нам звонить? Я вам звонить не буду, я просто... Киевстрой будет вам звонить много раз. Киевстрой будет вам звонить по поводу доплат, это отдельные звонки будут. А мы ничего не будем звонить, что касается, будет на вагончике там объявление, и вы можете это делать. Я бы числа с 20-го где-то это будет. А результаты замеров какие? Где можно узнать предварительно хотя бы, чтобы подготовиться к финансам? Опять же вам будут звонить. Да, соответствующие люди. Смотрите, что вы сейчас можете делать? Это быстрее. Мы сейчас человека посадим. Квартиру вот визуально. Вы пришли. Мы готовы заплатить. Дали замечание. И ушли. Пришли. Вот, если вас все устраивает, то дайте. Вот это уже. Если вы кого-то там не знаете. А если потом до момента выставлен, что-то сделает. Там уже заводил, получается, что... Может быть. Вот это можно сейчас. Но если бы я с ними воевал 3 месяца, перемычку на дверях мы не могли поменять. Там же есть журнал. Писали, блин, все отлично, приезжает трещина на место, на фотографии опять, блин, пишу. В рот же, блин, какой. Ну, время подошло к этому. Приходите, смотрите.
кто там, Олег, тоже пускай будут. Или часов будем все. Пока все.